Своеобразный детский лагерь создают организаторы на базе технопарка «Кванториум Саров». Обычно это живое общение юных участников с наставниками и спикерами. Лекции, мастер-классы, разработка проектов и их реализация. Этим летом инженерные каникулы стартуют в онлайн-режиме. В основном у нас направленность инженерно-техническая. Но так как это лагерь, мы детям нашим пытаемся разнообразить их время пребывания. Каждое утро у нас проходят зарядки в разном формате, очень интересные и активные. Также мы пытаемся прокачать все софт-компетенции детей. Мы пытаемся их личностный рост задействовать, поэтому у нас происходят различные мероприятия, как управлять временем и так далее. Наставники общаются со школьниками в социальных сетях, выкладывают теоретические материалы, делятся ссылками на информационные ресурсы и дают задания, которые ребята смогут выполнить в домашних условиях. Каждая смена завершается защитой проектов. Свои идеи дети смогут воплотить в жизнь после снятия ограничений. Наши наставники сделали так, чтобы дети смогли из своих домов, так как они сейчас имеют различные, не у всех хорошие, к сожалению, возможности с интернетом и с мощностью компьютеров выполнять какие-то важные задания. Дети могут с помощью своих компьютеров установить там рабочий стол нашего оборудования и уже делать проекты с нашими наставниками, которые будут у них по итогу на руках. Соответственно, когда закончится сложившаяся сейчас обстановка, в конце они могут прийти и забрать то, что они сделали. В процессе обучения активные ребята получают баллы – квантики, которые потом могут обменять на призы. Количество участников проекта не ограничено. Присоединиться к инженерным каникулам может школьник из любого уголка страны. Зарегистрироваться и познакомиться с расписанием программы можно в группе «Кванториума Саров» ВКонтакте. Там же с 15 августа появится информация по набору на обучение в следующем году. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».